Приветствую сегодня аудиторию. Мы сегодня поговорим о татвах. Вообще о татвах литературы на русском не так много. Литература противоречивая. Я пытался как-то ее суммировать. Суммировать со своей личной практикой. Поэтому я как бы сегодня расскажу то, что мне симпатично в этой области. Потому что ну, есть прям противоположные мнения по татвам, прям противоположные концепции, даже нет точного порядка следования татв одна за другие, есть разные школы, об этом скажу. Но начать я бы хотел как раз по этой причине с литературы. Что можно почитать на русском на эту тему? И прежде всего я бы хотел сказать об оригинальной литературе, то есть там, где она появляется впервые, да, терминология татвическая. Оригинальная литература это относится к индуистской философии Санкхья. Это на русском дословно перечисление. Действительно, очень сложная система философская, которая оперирует сугубо абстрактными категориями. Но, в общем, в двух словах смысл ее дуалистический. Там есть пракрити, это материя. Есть пуруша, это дух. И смысл посредством логического анализа в избавлении духа от материальной привязанности. Вот именно в трактате 6 века новой эры Санкхья Карика, он есть, кстати, на русском языке в сети, частично переведенный этот трактат, можно его полистать, там впервые появляется термин татвы. Татвы – это сущности, дословно, да, на русском языке. И также к философии Санки относится еще один трактат по татвам, он так и называется, татва самаса. Это система истины. Санскрита дословно. И, соответственно, это 16 век, это более поздний трактат. Но на самом деле вот углубляться в такого плана философию татв я бы не рекомендовал. Мы знаем, что и Алистер Кроули в 8 лекциях по йоге, и кундалини-йога Юнга, оба автора советовали европейцу особо не вникать в вот эту сложную абстрактную философскую категорию Индии. Потому что действительно, от сотен перечислений очень сложных абстракций в конкретно философской школе Санкхья может крышу снести в легкую. Вот. Поэтому далее все, что я просто сказал, где впервые термин татва, да, появляется. Можно почитать, посмотреть. Но так, как их используют в магической практике, как их используют в практике ясновидение, да, это уже европейское переосмысление татвической традиции. Она зародилась в Золотой Заре, была переосмыслена в Ордене Восточных Тамплиеров, а также параллельно развивалась русская школа. Это Гом, Блаватская, да, и так далее. Соответственно, что на русском есть по магическому пониманию татв, да, то есть по европейской традиции. Это прежде всего Израиль Ригарди, двухтомник «Полная система магии Золотой Зари». Там по татвам много. Не скажу, что я считаю, что это прям вот очень понятно, доходчиво, что с этого можно начинать. Я скажу, с чего сегодня можно начинать работу с татвами. Но, тем не менее, это есть. Есть учебный курс колледжа Телема 93. Это фактически то же самое, но в сильно сокращенном виде, таком в доступном виде сделано. Также работа с татвами братом Максимом, сестрой Айси написана. Русская школа, прежде всего, что из этого толковое и рабочее, это минорные арканы Гом Григория Томыча Мёбса. Там все восьмерки, это, собственно, работа с татвами. Это вполне самостоятельная, вполне логичная система, правда, к сторонней имеющая ничего общего. Там Таро используется лишь как отправная точка. Также в США с татвами работал такой оккультист, как Эфиэль. Его некоторые книги изданы на русском. Есть на английском в сети достаточное количество, так что тоже можно полистать. Вот, собственно, что по литературе и есть. На самом деле, первый вопрос, который нужно рассмотреть, это чем татвы отличаются от привычных нам стихий? И отличаются ли они? На самом деле, отличаются. Удобно будет объяснить на следующем примере. Вот в своей книге Лонмайла Дюкет по Таро Тота он отделяет отдельно тузы и отдельно карты числовые от двоек до десяток. Вот здесь будет очень хорошо понятно. Вот тузы будут соответствовать татвам. Это корни стихий, это наиболее тонкие вибрации стихий, которые определяют стихии.
А с двоек, соответственно, по десятку, это и будет различные воплощения собственной стихии, с которой мы привыкли иметь дело. Вот. Дело в том, что слово «татва», как я уже говорил, это сущность. Это не только первоэлемент, но и способ постижения этого первоэлемента. И это очень важно. Да? То есть именно в традиции философии Самкхи это уже было заложено. Соответственно, они будут равны земле, воде, огню, воздуху, и последняя татва будет равна пространству или эфиру. Ни в коем образом не духу, да, как трактовалось это в «Золотой заре», это немножко противоречит традиции исходной. Ну вот, собственно, видно, как выглядят эти татвы. В философии Самкхи они образуют 25 первичных элементов. Есть чистые татвы, как вот, допустим, вот такая, да, там оба квадрата. Есть двойные татвы. Ну, из пяти возможных вариантов, умноженных на 5, получаем, соответственно, вот такую картину. На самом деле это не все татвы. Это все татвы, доступные человеческому восприятию. Какие есть еще татвы, я об этом чуть позже скажу. Слово «татва» состоит из двух санскритских корней, на самом деле. Первый «тат» – это значит «такой», а «тва», вопреки тому, как это написано в системе «Золотой зари», это на самом деле всего лишь суффикс абстракции. Это ни в коем случае не «тебе», да? там это интерпретируется как «тебе». Соответственно, можно слово это сложить в обратно как «таковость», то есть сущностность. «Татва» определяет природу какого-то явления. Она глубинная. Это действительно сложно понять, потому что, говорю, философию Самкхи лучше глубоко не погружаться. Я бы хотел сейчас рассказать о четырех самых первых, простейших татвах, да, не касаясь татвы Акаша, и как с ними можно будет работать. Начинать, собственно, нужно с них. И начинать нужно с татвы Притхи, татвы, соответствующей стихии Земли. Самая простая татва и для восприятия, и для работы с ней. Почему не нужно трогать вообще татву Акаш на самом деле? Объясню на примере, возможно, нам более понятном. В иудаизме есть такой термин, да, как килим, сосуды. Вот. И, соответственно, есть такое понятие, как мезла, жизненная сила, энергия. Так вот, если мезла потечет в неготовый для ее восприятия килим, он лопнет. И получится куча клипотических сущностей, она просто осколка. На макрокосмическом уровне это известно как Шеверат Хакелим. Так вот, если Акаша потечет в неготовую душу, то мы получим просто кучу шизофренических, да, таких субстанций. Короче, типа мифа об Актеоне повторится, грубо говоря. Поэтому в Акашу непроработанными первыми четырьмя атаками лучше не лезть. Не рекомендую, честно. Акаша, который эфир. Акаша – это эфир, да. Соответственно, татва Притхи – это вот квадратик такой. Желтый квадрат. Она получила свое название от богини Земли. Притхи – это богиня Земли. Это женское начало, это мать всех богов и мать вообще всего сущего в индуизме. Соответственно, здесь примерно аналогичный миф, как египетский, всем известный, а Нут и Гебе. Да? А здесь, соответственно, Дьяус, наоборот, небо бог, и Притхиви, земля, вот, они были сжаты в объятиях, а их разделил Индра. Вот тоже аналог бога воздуха. Да, такой. Он разделил, и родилось все живое, родился мир. Вот, соответственно, воплощением этой богини и является вот этот символ, этот квадрат. В буддизме, кстати, в буддизме тоже есть татвы. В буддизме татвы Притхиви соответствуют категориям твердости и мягкости. Вот так, именно такая как бы, противоположность. И качеству инерции. Ну, соответственно, наши стихии Земли в плане инерции вполне соответствуют этой терминологии. Да? Как говорят комментаторы, это единственное абсолютно безопасно для работы татвы. По системе Ота, по системе Кольчтилем 93, она соответствует Муладхара чакре и считается обителью кундалини. Вот именно вот этот квадратик. Следующая татва – это Апас. Апас
Джала, ап, это все одно и то же, это синонимы. Я привык, что она беленькая, но тут она такая серенькая. Вот, обычно это белый, реже серо-серебряный полумесяц, это татва воды. Это тоже женская стихия. Прошу обратить внимание, да, что в отличие от привычного нам тетраграмматона, здесь сначала идут две женские татвы подряд, а потом две мужские. Вот, соответственно, апос – это на самом деле множественное число, это воды. И это в индийской мифологии персонифицированные космические воды. Вот в ведах, как это описывается, им представляются богини, любящие матери, девушки и юные жены. Они бывают, эти воды, небесными и земными. Любопытный момент, да, что апос выступает как место жительства бога огни, бога огня, между прочим, да, и который часто называется как сын вод. Одно из его имен – сын вод. Прозрачные чистые воды Апос уносят грехи, ложь и проклятие. Также они считаются целительными для здоровья, это татва. И вообще обращение к богиням Апос. В буддизме Апос соответствует категориям гладкость, шероховатость. То есть категориям формы, проявления формы. Да? И качеству сцепления. Соответственно, по... колледжу Динос Трителема, это будет соответствие Сватхистана, тут сложно поспорить, это действительно так, и это обитель непроявленных форм. Что-то типа Бины. Я бы вообще их обе отнес на самом деле. Я бы обе женские татвы отнес к Бине, а обе мужские к Хакне. А Акаша будет Кетер. А там пойдет еще аналог Айнсов и Айнсов Арох. Скажу об этих татвах тоже немножко. Вот далее начинается неразбериха. Дело в том, что татвы Теджас и Ваю часто меняются местами. Есть система Золотозаревская, которую я более разделяю в данном случае, что сначала идет Теджас, а потом идет Ваю. Но по русской школе и по многим трактатам индийским, на самом деле настоящим, подлинным, то есть вот эта философия Самкхи, там наоборот, сначала идет Ваю, потом идет Теджас, а потом идет Акаша. То есть если будет встретить разночтение, это действительно две разных школы. Там нету никаких противоречий, это просто две разных линии. Так вот, соответственно, я сначала покажу Теджас. Это красный треугольник, он соответствует огню. Вот. Соответственно, но Теджас переводится как великолепие. И это единственная из татв, которая не соотносится с именем Бога. Да? Теджас это не Бог, она соотносится с Богом огни. Богом огня, огни. Вот. Хотя в колледж Телема 93 написано, что Теджас – это бог ритуального костра. Больше нигде мне такая информация не попалась, в принципе, ни на одном языке. Соответственно, может быть, они располагают более какой-то широкой информацией. А вообще, бог ритуального огня, насколько я понимаю, тоже огни. Вот. Соответственно, гимны к огни, с них начинаются фактически большинство книг Ригведы. Это очень такое почитаемое божество. Это божество, которое являлось посредником между людьми и богами. Это уже небезопасная татва. Если первая соответствовала положительным юпитерианским свойствам, вторая у нас обычно относится к лунарным и венерианским свойствам, то это агрессивное солнце, солнце в агрессивной форме и энергия Марса. Соответственно, работать с ней уже сложнее, однозначно сложнее. В буддизме татве Теджас соответствует категории тепло-холод. Противоположности тепло-холод и качество излучения. Я бы даже по опыту работы сказал бы, что это скорее что-то типа радиоактивности. По восприятию, вот такое у меня восприятие. Следующая татва, четвертая татва у нас, это круг. Голубой круг или синий круг, по-разному изображают. Это Ваю, ударение именно на последний слог. Это бог ветра, бог воздуха. Вот. Внешние характеристики этого бога очень различные, неопределенные, я бы даже сказал. Стандартным является определение как тысяча глаз. Ваю определяют как тысячеглазого бога.
к вою обращаются, чтобы рассеять врагов. То есть это агрессивная энергия. Несмотря на то, что это воздух, да, это воздух, как в духе мечей второго. Это очень такая жесткая система. Имя Ваю также часто связывают с богом Индра, так как Ваю всегда сопровождает Индру в боевых походах. По одной из легенд, Ваю появился из дыхания Пуруши, то есть духа, и соответствует Пране как таковой, в принципе. То есть энергии жизни. Мировое дыхание. Это уже, как вы понимаете, сами очень высокий план работы, поэтому тоже до них нужно дойти. Из современных европейских соответствий планетарных, да, это меркурианская сила. В таком именно парадоксальном своем свойстве, как Меркурий алхимиков. И отчасти агрессивная юпитерианская, как сила развертывания. Сила экспансии, сила развертывания. Это круг, это именно из бинду, из точки разворачивающейся во все стороны шара. Между татвами есть интересные соответствия с органами восприятия. Они стандартны. Притхиви, земля, соответствуют запаху. То есть это обоняние. Это во всех абсолютно школах, в том числе, кстати, в колледж Телем 93 приведено. Апас, воды, это вкус. Соответственно, теджас, огонь, это зрение. Ваю, воздух, это осязание, и акаша, пространство или эфир, она сама по себе соответствует звуку, вибрирующему звуку, а, соответственно, воспринимает ее через слух. Вот, соответственно, такой круг. По-разному изображают. Изображают и каплей, изображают и черным овалом. То есть, по сути, это, в принципе, яйцо. Такое мировое яйцо. Еще раз уточню, что я с ней работать вам не рекомендую. Вот, для начала будет достаточно вполне 4 татв. Вот, все татвы, то есть 5 первых татв соответствуют 5 первым чакрам. То есть это будет соответствовать, соответственно, Вишудхе. Вот. Оно же символизирует вот это яйцо горла Шивы. Тоже фиолетовое, да, обычно сине-фиолетовым таким изображается. Ну и, по сути, чакра там же да, находится. Соответственно, это татва-татв. Это последняя татва, которую человек может воспринять. Есть еще 2 татвы, которые человек не может воспринять. Поговорю по аналогии с Эйцхаим, да, с древом жизни. Это вот именно типа Айнсов и Айнсов Аллах, да, которые тоже человек не может воспринять никаким образом. Так и вот, есть, соответственно, Анупадака или Манас, да, Манас более такое понятное понятие, более известное. Это самосущностный, это 6-я татва. Она изображается в виде пентаграммы или просто текста, да, то есть она может не изображаться. Символически она изображается пентаграммой. Соответственно, она с аджна-чакрой соотносится. И есть адди, то есть первоначальный. Это вот фактически айн каббалистический. Это вообще не поймешь, что это непостижимая считается вещь. Она изображается 3 точками бинды. То есть это просто 3 точки, которые символизируют солнце, луну и огонь. Она соотносится с Ахасхар. Вот. Что с татвами делают? Вот покажу свои рабочие татвы. Вот такие так они выглядят, соответственно, притхиви, апас, теджас и ваю. А что с ними делают и с чем их едят? Во-первых, то есть для того, чтобы работать с татвами, нужно сначала их изготовить. Изготовить их лучше всего на плотном-плотном картоне. Лучше всего, конечно, красочки купить, а не вырезать их из цветной бумаги. Да, самому нарисовать аккуратненько. Я сторонник того, чтобы татвы изображались светящимися цветами. То есть цветами предельной контрастности. То есть синим у нас идет оранжевый и так далее. Да? Поэтому как бы серебристому аналога не будет, надо изображать белый и черный.
Вот, именно такую систему проповедует, в частности, Ник Фаррелл. Это один из руководителей ответвившегося ордена Золотой Зарево несуществующего. И я с ним здесь абсолютно согласен. Это просто усиливает эффект от медитации. А поза медитации – это стандартная поза Бога. Да? То есть, что мы делаем? Садимся, ставим себе как-нибудь, закрепляем ее на что-нибудь, на уровне глаз. Да, расстояние, ну, примерно полметра. Садимся спокойно. Расслабляем дыхание. Дыхание переводим в режим, ну, предположим, там 8 секунд на вдох, 8 секунд на выдох. Лучше без задержки. Просто ровно. Вдох, выдох. И в идеале, конечно, доводить дыхание до продолжительности полминуты вдох, полминуты выдох. Это хорошее дыхание для медитации. Но если человек не может, то лучше не задыхаться, а просто уменьшить цикл. Говорю, 8 секунд вполне достаточно. На вдох, 8 секунд на выдох. Время медитации желательно, чтобы было всегда одно и то же. У меня это время отхода ко сну. Вот. Место и направление тоже желательно, чтобы были одно и то же. Но лично, опять же, у меня это Запад. Мне просто это ближе. Там каждый может свое выбрать. Продолжительность. Я практикую так. 10 дней на каждую татву. 10 дней. Притхиви, да, 10 дней, апас и так далее. Когда заканчивается 10-й день с вою, все начинается заново, цикл повторяется. То есть даже это не используешь Акашу? Акашу не использую. Акашу один раз использовал, скажу об этом. В конце, в самом конце скажу сейчас. Вот, соответственно, но они уравновешивают вибрации стихий. Да, нужно погрузиться. Если вдруг вы пропускаете день, день иногда... Кажется, что нужно пропустить. Это чисто интуитивно. Иногда я их с ними медитировал и на вокзале, извините за выражение, да, или в поезде, когда едешь куда-то. А иногда и дома пропускал. Потому что, ну, чувствую, что не выйдет ничего, да, сегодня. Лучше не делать. Соответственно, пропускаем и все. Как медитировать? Перед началом медитации лучше привести дыхание в нормальное состояние с закрытыми глазами. Чтобы когда мы открыли глаза и сосредоточились на татве, дыхание уже было нормализовано, да, чтобы в течение всей медитации оно было одинаковое. Но очень важно не моргать. Важно концентрироваться на появляющемся эффекте, светящемся от контрастных цветов. Он будет очень часто, он будет фактически через секунд 20 уже появится. Ну, то есть будет очень-очень сильно, как будто лампочка там. Вот. То есть на этом эффекте именно и концентрируем внимание. Более того, можно поставить в центре каждой татвы точечку карандашом крошечную, чтобы на маленькой-маленькой точке концентрировать внимание. Это тоже усиливает эффект от медитации. И сильно, хочу сказать, усиливает эффект от медитации. Чтобы так называемо войти в татву. Собственно, основа, зачем, собственно, с татвой мы занимаемся, не просто, да, чтобы картинки посмотреть, а чтобы что-то проработать. Для того, чтобы это проработать, в татву нужно войти. Как в татву входят? Эта система разработана достаточно хорошо уже в Золотой Заре. Вот, многими усовершенствовалась, но тем не менее суть у нее одна и та же. Я расскажу, как это я делаю. Смысл. Переносим внимание, то есть осознаем, что мы находимся в самой татве, грубо говоря. И как будто оттуда мы смотрим на себя. Когда мы четко представим, как мы сидим, что за нами происходит, да? Себя увидим хорошо. После этого сдвигаем как бы ракурс своего зрения в бок. Все, мы в татве. Потому что мы уже оттуда, мы переключили внимание свое на противоположный нам объект. Когда мы повернем там голову, мы окажемся там. Проще всего сделать с притхиви. С притхиви, возможно, получится в первые 10 медитаций. Возможно. У меня сложнее всего получалось с апасом. Вот с апасом, наверное, на цикл третий или четвертый только получилось. Соответственно, что такое вхождение в татву? Это очень оригинальное чувство. Описать их в прямом смысле слова словами, наверное, нельзя. Притхиви приближена к двухмерному пространству. Все остальное вообще непередаваемо вербально. Да, это просто нужно скорее почувствовать. Еще из-за контрастных цветов будут прочерчиваться, естественно, образы. Ну, то есть, эти,
они же светятся, контрастные цвета дают различные, так скажем, сполохи световые. Эти световые сполохи будут складываться в фигуры. Это чистая работа бессознательного, в чистом виде. То есть там будут фигурки. Это с первого же раза, скорее всего, увидите. Потому что здесь вообще ничего такого нет абсолютно. Это тоже желательно после медитации записывать аккуратненько. Что, как, почему. После каждой медитации закрываем глаза. Два варианта. Либо закрываем глаза, цвета тут же обращаются. То есть это будет фиолетовый, это желтый. Естественный оптический эффект. И удерживаем эту татву перед глазами настолько, насколько долго можем. Она несколько раз исчезнет и опять появится. Хорошо, если хотя бы... 10 минут закрытыми смотрим, фиксируем. Да-да-да. Резко закрываем. Да. Либо резко переводим глаза на белые... У меня просто белые обои ровные. Либо поставить листочек, да, белой бумаги. Переводим туда и не с закрытыми глазами на белом листочке она тоже возникнет. Угу. С перевернутыми цветами. Ее, опять же, удерживаем столько, сколько можем. Говорю, желательно, но не меньше 5 раз, чтобы она исчезла и появилась опять. Алистер Кроули в Либерье, да, книга 9, в упражнениях описывал, что хорошо, если в любой момент времени мы можем закрыть глаза и представить любую тату в цвете. А желательно двойную, как на картинке, да, до этого будущего. Вот, да, то есть желательно, чтобы любую двойную тату мы тоже могли представить. Такие упражнения рекомендовал Кроули. На самом деле, если мы можем очень хорошо представить любую из этих картинок, это значит, что уже хорошо проработано. Уже? А ведь есть корреляция, да. И не только с глазами, но и со стихийными картами. Со стихийными картами абсолютно однозначная корреляция. Если убираем акаши, да, то мы получаем точные соответствия типа земля воды, воздух огня и так далее с картами двора. Что еще нужно сказать? А нужно сказать следующее, что еще раз скажу, что с акашей я не работал. С акашей я работал один единственный раз, когда я медитировал на татву, а на татву я медитировал долго, почти 3 года, я параллельно писал цикл в проекции для инструментов, фоторяды и чтеца. Соответственно, там было 6 частей. И эти картинки, это мной были созданы картинки для этой музыкальной композиции. Соответственно, вот такие были видения, и там последняя часть будет с акашей. Это у нас Теджес, пьеса называется «Ярость». Огонь, черный треугольник, тень, да, от него, и красный треугольник Теджеса. Следующая, эта пьеса называлась «Соблазн». Там или воздух, или вода такая расходящаяся во все стороны. Мне скорее с тоской ассоциируется. А? Мне скорее вот сочетание синего и черного с тоской, с депрессией ассоциируется. Если вот. Но здесь есть этот тоже аспект. Дело в том, что получается вою это алхимическая ртуть. Это Меркурий. Это все возможные противоположные. Поэтому это и соблазн, это может быть и тоска. Это очень сложно для работы на самом деле. Татва. Далее, вот, да, это, соответственно, у нас отзвук ярости. Теперь эта ярость, Теджес, да, она заключена в Притхиве квадрат. И это пустыня. Выжженная земля. Дальше пьеса будет отзвук соблазна. Варю нельзя заключить в Притхиве. Да, по определению мой погляд. Поэтому здесь Притхиви внутри Вари находится. Это, соответственно, у нас будет земля, воздух. Да? Если по арканам брать. И следующие две. Вот такая. Наиболее сложная по нагромождению татвы. Это называлось пьеса «Краткий всплеск отрицания». Здесь есть, опять же, Притхиви, есть Ваю. Есть Теджес, и на самом деле здесь как бы апоса ни разу не было, но там горы, они образуют этот элемент полумесяца именно в той форме, какой он должен быть. И следующая пьеса, последнее оцепенение, вот именно в ней появляется, здесь ничего не видно, да,
Оцепенение. Оцепенение, действительно. Абсолютно. На самом деле ее действительно чуть-чуть видно. Просто там, где это планировалось исполнять, это исполнялось в Кремле, в Нижегородском, да, там абсолютно выключали свет, и экран светился сам по себе. Это еле-еле выступающие из черного фона фиолетовые лица. Это действительно оцепенение, оно страшно выглядит. И как раз то, что не было апоса ни разу, а мне действительно очень тяжело давалось это татва, здесь Акаша воспринималась как нечто разрушительное. Кастанеда, кстати, в одной книге был сюжет, что Карлос там видит на черном ночном небе черную дверь, и ему Дон Хуан говорит, если бы ты туда зашел, то бы умер. Ну вот это что-то типа того, да. То есть это действительно, как, или как у Лавкрафта, музыка этого Эриха Цана, да, где открывается окно, а там ничего нет, в принципе ничего нет, да, там ничто. Вот Акаша для восприятия человеческого сознания это действительно ничто, потому что это татва-татва. Это татва, которая определяет энергию татвы. То есть из нее состоят все четыре татвы. Как же тогда те две высшие? Те две высшие татвы – это то, что недоступно для восприятия человеческого вообще по определению. То есть это именно вот Айн и Айнцов, да, предположим. То есть мы не можем, мы можем гипотетически предположить, что кетер откуда-то эманирует, но воспринять Айн или Айнцов мы не можем. Да? Примерно то же самое. И, соответственно, Панча Махабудха будет еще там. Смысл в чем этого символа? Все татвы располагаются следующим образом. Вот так. Внизу идут две стихии, вверху идут следующим образом еще две стихии, и в центре их находится Акаша. Такой классический индуистский символ, пять первооснов он переводит. Пять первооснов, соответственно, чем-то близок к пентаграмме. Да? И чем-то близок к тому раскладу, который мы всегда... Да, делаем. Да, ключевой то есть расклад. Здесь как бы из другого разряда, да. Да, угу. А по краям различные стихии. То есть здесь, получается, будет огонь, земля, воздух, вода. Вот такая система. Не тетраграмматоновская система. Ну, собственно, у меня все есть. А вот мне интересно, как в Золотой Заре совмещали два столь разных подхода. То есть понятно, что обе системы истинные, если им строго следовать, да, то есть это как бы для меня аксиоматично. Но как вот внутри практики Золотой Зари, с одной стороны, исходили из того, что есть закон стихии огонь, вода, воздух, земля, это же у нас накладывается по небесному уровню. Да. Да, там земля у нас идет, вода, воздух и как бы небесный огонь. И при этом они работали с татвами по другой стихии. Как вот у них это не вызывало, что называется, конфликт систем? Дело в том, что, насколько я понимаю, Мазер свел всю эту систему в том, что татвы соотносятся с часами. Там была логика такая, что 5 часов, цикл по 5 часов, каждый час сменяется татва. Более того, вся эта система ясновидения, так называемая золотозаревская, сводилась к тому, что если человек хорошо проработал татву, он чувствует, какая сейчас татва идет. А все-таки белый или серебряный полумесяц? Говорю, для медитации значительно лучше белый. По той простой причине, потому что серебряный цвет, ну тогда его надо из серебра делать. А серебряный цвет это в любом случае всегда не настоящий серебряный. Для внутренней визуализации может быть хороший серебряный. Но есть, говорю, в первичных источниках, источниках индуистских, где называется белым. Поэтому, опять же, либо так, либо так. Есть и Вайю, который изображается шестиконечной звездой. В оригинальных источниках, в старых источниках, есть Вайю, изображающий звездой Соломона. Вот, или щит Давида. Соответственно, логика все равно та же самая, логика расширения из центра. Поэтому я думаю, что они сводили стихии к каким-то таким проявлениям, так скажем, более континуальным. А татвы сводили именно к сменяющимся по времени циклам. Но, опять же, если почитать их рекомендации на освоение татв, большой разницы между татвами и стихиями я не вижу. Потому что, ну, эта знаменитая логика с растопленным кусочком льда,
Смысл упражнения. Ставится на... Берется кусочек льда. Представляется на нем татва Притхиви. Ставится этот кусочек льда на сковородку. Да? Соответственно, он начинает подтаивать. Представляется в Притхиви внутри апаса. Потекла Притхиви. Потом, соответственно, так как эта вода начинает нагреваться, постепенно этот апас разламывает Притхиви, и внутри него появляется теджес. По мере того, как она начинает испаряться, внутри появляется ваю. И когда этот пах полностью уходит и исчезает, рассасывается в воздухе, да, то, соответственно, представляет себе акашу. В данном случае я не считаю, что это работа с татвами. Это работа с рай-стихиями в чистом виде. Работа с татвами, ее логика во вхождении, то есть смысл почувствовать энергию, которая стоит за стихиями. Поэтому же не проработана в системе Золотой Зари была и логика тузов. По этой же самой причине. Да, корень стихий, все. А что? Корень стихий. Так вот, а с помощью медитации на татву можно почувствовать, что такое корень стихий. Вот в этом для меня, лично для меня, принципиальное отличие между стихиями и татвами. Золотой Зари, дело в том, что там же все документы писались разными людьми. Поэтому там действительно есть много противоречивых, и не только в татвах, да, там действительно очень много противоречивых документов. Вплоть до того, что ритуалы, да, поворачивались по-разному, там, где кого представляем себе. Потому что разными магами писалось. Вот. Хотя и просуществовал-то орден вроде бы не так долго, но там много было своих противоречий. Я лично поделился той как бы системой, которую я считаю работоспособной, которую я на себе проверил. Я вам сочинение написал. Сочинение многократно исполняло. Сочинение есть в сети, можете послушать. Соответственно, лично для меня это сработало. Вот то, как я посоветовал, да, работать. Если кто-то найдет... Есть у Офиэля, да, простенький совсем медитация на татву, можете почитать. Вот это такой фастфуд, так сказать, татвический. Есть у ГОМ, очень хорошая система работы с татвой. Мы там скорее интеллектуально, тоже почитаете. Есть доступно на русском языке, спокойно. Можно в любом книжном купить. Минорные арканы того. Вот. Ну, вот, как-то так. Если есть еще вопросы, готов ответить. Да. Блин, такой вопрос. Если смотреть на желтый квадрат, то он же, а потом смотреть на белый фон, либо закрыть глаза, то он же не желтый там, а фиолетовый, да? То есть получается, что это истинный свет, это татва. То есть нужно представлять именно его внутренним взором, получается. Либо делать наоборот фиолетовый квадрат, смотреть на него, а чтобы на внутреннем экране был желтый потом. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Дело в том, что здесь как раз работает та самая логика, да, о которой писал Юнг. Да, это должно быть единство противоположностей. Действительно, желтый это является фиолетовым. И фиолетовый является желтым. То есть истина между ними и в их единстве. То есть пока мы этого не поймем, действительно мы не работаем с татвой. Если мы будем точно уверены, что это всего лишь желтый квадрат, затем я и говорю, что лучше контрастные цвета, это усиливает эффект от медитации. Пока мы не поймем, что желтый это фиолетовый, мы действительно с татвой не работаем. Поэтому с акашей и работать сложно. По большому счету у нее нет противоположности. У акаши изначально не задана противоположность. Ее вообще как бы цвет не определен. Он определяется фиолетовым, черным, темным. Просто темным даже. Поэтому с акашей можно работать только интеллектуально и только после того, как проработаны до этого 4 татвы, соответственно, 4 по 4, как наши придворные карты. Соответственно, на чакры тоже накладывается Муладхара, Сваткистана, да, Пура и Бернахата, да. А акаша получается бездна. Акаша это бездна, да. Как-то так. Хорошо, спасибо.